Всем здорово, с вами Fixation. Я решил на агрессивном реконе погонять семикратным прицелом. Было у меня два шанса, но я их упустил. 6-1 у него уже. Нормально чувак раскладывает. Все, вперед побежали все, что. И он на башке вижу. Ах, сука. Скоро подступать будут сюда. Мазал я, черт. Ашку посрали тоже. Домашку взяли обратно. Ах, рука, 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 дорога, рука. Рука, дорога, рука. Холодное. Сердце снайпера. Ты гонишь, что ли? Ты посмотри, криво руку. Хорошее место здесь бы с глушителем посидеть. Долго сейчас здесь находиться нельзя, они уже знают, что здесь.
Надо внимательно слушать теперь к шагам. Они вон в том здании. Сейчас я на крышу. Снимать их. Ну я, конечно, как подсолнух высунулся сейчас. Да ёпта. Да как я таким кривым могу быть? Куда я стреляю вообще? Что у нас тут? 9-2. Okay, давай тихо пойдем. Промазал я. Херня у меня по очкам идет. Ой, да он чужой снайпер ходит тут. Батл пак. Что за шубись? Пусть бегают мои дичь. Хер чё вижу. Альфа потеряли, они за альфа появляются теперь. Всех зачистил здесь.
Как кешка прям делает. Пытался пролечь. О, блин, я думал, мое здание падает. Засыкал аж чуть-чуть. Даже было слечь. Чё, нормально помышил. Никакой не агрессивный был мышел, я вообще-то все время стратегически посидел. Ну хреново посидел, потому что не первые места. Если снайпером играть, то нужно на первых местах быть. А сидит ты говно, ты, а не снайпер. Всем удачи. Делимся с друзьями. Берегите себя.